Внимание, внимание! Всем, всем, всем! Мы приглашаем вас на чемпионат по автогонкам! Кто же получит долгожданный приз? Золотой кубок! Я хочу этот кубок! Я буду участвовать в чемпионате! Хочу, хочу, хочу! Но как доехать до ралли? Воспользуюсь-ка я этим автовозом! Заезжай, дружок, на второй этаж. О, здесь полицейская машина. Дайте мне выйти. Спасибо, бегом. Надо сматываться отсюда. Грузовик, как удачно. Сейчас я быстро убегу отсюда. Никто меня даже и не заметит. Еду. Я спешу на автогонку. Я хочу успеть. Ой, что это? Контрольно-пропускной пункт? Как же мне не попасть под эти лазерные лучи? Ведь у меня нету даже паспорта. И вообще я сбежал из магазина. Вот что мне поможет. Прекрасная коробка. Ну все, смело можно ехать. А дальше наверх. Пружинка, вытолкни меня, пожалуйста. Опля. Кажется, я попал на автосвалку. Ой-ой-ой. Пустите меня. Ой-ой-ой, кто же это меня так притягивает? Я сейчас упаду. Я вот сейчас прямо сейчас... Ой. Ты что это тут делаешь, несчастный? Сейчас я тебе покажу, как выезжать на чужую те... Извините. Простите, пожалуйста, мне ехать нужно. Я сбежал с магазина. И меня, наверное, ищут. И когда найдут, то не дадут даже доехать до ралли. Нужно изменить внешность, чтобы меня никто не узнал. Вот, была красная, осталась синяя. Колеса не те. Вот, эти подходят. И стеклышко вставьте, то, что нужно. О, теперь я совсем другая машина. Сейчас мы проверим мотор. Так, скорость в порядке, мотор работает. Ну все, можешь ехать, приятель. Спасибо вам большое. Опять пропускной пункт. Пропустите меня, пожалуйста. Сейчас мы должны все проверить. Так. Все в порядке. Проезжайте. Спасибо! Какой я счастливый. Теперь меня никто не узнает. Пружинка, переворачивай. О, не туда. Но там же вода. Интересно, здесь водятся паромы? Знаю, сейчас я позвоню в этот звонок. Колокольчик. Паром, я спасен. Поехали. Так, куда это я приехал? В лесу ралли нет, зато есть лесоповал. Какие страшные машины! Ой, мамочки! Чуть бревно по голове не стукнуло. Ай-яй! Спасите! Помогите! Еле успел колеса унести. Опять водичка. А вот подходящее бревнышко. Проехал. Бум! Ой, чего это я задом еду? О, горка! Горки я люблю. Пружинка, куда дальше? Вниз. Теперь поднимемся наверх. Наконец-то отсюда выехал. Эй, что это за подозрительная личность? Стой немедленно, остановись. Пиу-уи-уи-у. Неужели они меня узнали?
Я пропал! О, какую-то знаменитость повезли. Ого, сколько охраны! Вот бы сейчас на его место! А приходится убегать от полицейского. Эй, остановись! Мы проверим твои документы. Ага, или арестуете меня. О, кажется, отцепился. Теперь можно ехать спокойно. Где же мой ралли? Когда я уже до него доеду? Неужели больше нет никакой дороги, кроме этой? Я никогда раньше не плавал в батискафе. Как им управлять? Это ведь очень сложно. Я привык рассчитывать только на свои колеса. О, кажется, я поднимаюсь. Вверх, еще вверх, вверх. Ура! Наконец-то выбрался! Где же я очутился? Вот это колесища! Эти летающие вагончики мне помогут перебраться на другую сторону. Крутись, крутись, колесико! Переправляй меня через пропасть! Прекрасно! Я уже тут, но мне нужно выше. Понадобится второй вагончик. И два. Еще выше. Три. Я совсем сейчас поднимусь. Давай четвертый вагончик. Вот так вот. Ух, выбрался. Опять мне нужно подниматься вверх. Чтобы я добрался, нужна горка. Но из чего же ее построить-то, а? Вот подходящий прямоугольничек. Прямоугольничек, что же ты не ставишься? Ну, влезай, пожалуйста. А это маленький треугольник. Поставлю-ка я его сверху. Нет, что-то он сюда не подходит. Лучше вниз. Чего же еще не хватает? А, вот этот большой треугольник. Его мы поставим сверху. Все, можно ехать. Так, мне наверх. А что тут в коробке? Воздушные шарики. Буду Винни-Пухом, полечу вверх на воздушных шариках. Только я слишком тяжелый. Винни нужен был один шарик, а мне много воздушных шариков, чтобы подняться. Ой, ой-ой. Этот мне не подходит. Он отталкивается! Не подходит же, говорю! Давайте другой шарик, немедленно! О, вот этот в самый раз! Теперь запустим ветер! Ведь без ветра не поднимешься! И наверх! Ну, дуй, дуй! Еще! Ну еще чуть-чуть осталось. Давай же, давай, давай, поднимай меня наверх. Ветер, ветер, ветерочек. Ну давай же. О, вот я уже наверху. Извини, друг, мне очень нужно. У меня гонки, я должен тебя перевесить. Нет, я тебя перевешу. Я тяжелее. Нет, я... Давай двигаться вместе, тогда никто не упадет. Ура! Я добрался! Еще один участник соревнований! Поприветствуйте участника под номером 5!
прошу занять свои места. На старт! Внимание! Марш! Какой сегодня чудесный день! Поеду-ка я покатаюсь. Куда же мне поехать сегодня? О, это дом моей любимой леди. Только где она? Гараж закрыт. Очень странно. Поеду ее найду. Эй, пропустите меня, пожалуйста. Ну, дайте проехать. Мне очень нужно. Так, нужно подниматься наверх, чтобы мне больше никто не мешал. О, я ее только что видел. Она едет на автовозе, кажется. Ну, куда ее увезли? Мне нужно это узнать. Где это я очутился? Какие-то подземные лабиринты. Интересно, а если туда вниз упасть, что будет? Меня, наверное, разорвет молнией. Мне нужен мост. Кто же мне поможет? Машинка! Машинка нажала кнопку, и у меня появился мост. Но как же мне вторую половинку моста заполучить? Вертолетик нажимает на кнопочки, и у меня потихоньку появляется мостик. Вертолетик, давай нажми на еще одну кнопочку. Сейчас, еще немножечко. Давай, у тебя получается. Только смотри аккуратно, не ошпарься. Вертолетик! Ура! Спасибо вам, ребята! Теперь я могу ехать! Ух, свобода! Можно ехать дальше! Ой! Как я оказался в самолете? И что это за крышечка? Поднимается, мамочка! Ящик упал! Я ведь тоже смогу туда упасть! Перестаньте качать самолет! Закройте крышку немедленно! Нужно быстро проезжать! Вижу! Парашют! Возьму-ка его! Люк уже открылся! Что же будет дальше? Интересно! Не надо! Пожалуйста! Ой, что, я еще не умер? Так у меня парашют раскрылся, слава богу, застрял на дереве. Нужно обрезать веревочки, колючки, чик-чик. О, поехали. Где же это я, интересно? Наверное, лес какой-то с лианами. Откуда здесь лианы в лесу? Может быть, это джунгли? Снег. Как может быть в джунглях снег? Ой, думать некогда. Что это за мной такое катится? Мамочки, это же огромный снежный ком. Сейчас он меня догонит и раздавит. Ой, стоп. Ух, проехал. Слава богу. А где это я? Привет, приятель! Ой, я тебя пропускаю, приятель! Проезжай! Спасибо! Неужели я участвую в соревнованиях? Точно, я приехал первый! Так, прекрасно! Здесь опять водный мир какой-то. Как же мне перебраться через эту речку? О, переправка! Я поеду на втором этаже. Интересно будет. Ой, что-то меня укачивает. Наверное, у меня морская болезнь. Спускайте меня уже скорее. Когда же это закончится? Эй, друг, ты лучше не садись на эту переправку. Тут качает. Что? Мне еще на второй нужно ехать? Я это не выдержу. Не могу я на этих волнах постоянно качаться и качаться. Давай скорей. Ну, скорей же, ну. Ну, переправляй меня быстрее на другой берег.
Ох, как же ты медленно плаваешь! Так, вагончик, неужели я нахожусь на железнодорожной станции и буду ехать на настоящем поезде? Вот это да! Ой, где это я? Островки, облачка. Как красиво! А кто там? Кто там такой вдалеке виднеется? Так это ж моя любимая! Любимая Маледи, я иду к тебе! Я уже близко! Наверх! Поднимайте меня наверх! Здравствуй, Леди! Где моя Леди? Как же я за ней соскучился! Это был всего лишь мираж. Но ничего, я сяду в этот вагон и доеду до своей любимой. Только как? Вон какие-то крючочки висят. Интересно, что же они будут делать? Может быть, они откроют какую-то дверцу или люк, или... О, они поднимают весь вагон, чтобы я смог въехать на платформу! Чух-чух-чух-чух-чух-чух, ту-ту! Вот я и в поезде. Как же здесь хорошо! Может быть, в этом поезде едет моя леди? Ой, а чего это я на крыше вдруг? Ай, упал. Тут есть даже открытая платформа. Вот это да! Поеду посмотрю. Этот вагончик мне очень нравится. Нет, здесь моей леди не найти. Ой, что происходит? Почему оторвало пол вагона? Лучше я уеду подальше от этого поезда. Какой красивый городок! Ой, мост сломался. Надо его починить. Вот кусочек. И, кажется, вот маленький кусочек. Надо срочно ехать, пока не разрушился. Вынь, 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 вынь! О, слава богу! И тут моста нет. Эй, друг, я привез кусочек моста. Мы можем его с тобой вместе сделать. Давай, поставим этот кусок сюда. А вот это тут посерединке прилепить попытаемся. Ну-ка. Получилось! Поехали! Спасибо, приятель! Я уже чувствую, моя леди где-то близко. Сейчас как поеду. Приятель, подвинься. Что ты наделал? Я же сломался. Зачем ты толкаешься? Мне к любимой срочно надо. К любимой? Ну, перелезай через меня. Ой, а кто выключил свет? Я же не знаю, куда мне ехать. Может быть, вверх? Нет, не вверх. Хоть глаз выколи, как темно. Может быть, мне... Поеду сюда. Ой! Нет, не сюда. Что же делать? Как мне найти путь? Куда мне дальше? Вниз? Ну, попробую вниз. Спускаюсь, спускаюсь. Ой, как тяжело передвигаться на ощупь. Сюда. Ой, не сюда. А куда? Куда, скажите мне? Включите свет, пожалуйста. Флажок, я нашел дорогу. Что здесь делает эта флейта? Повешу-ка я ее на место. Интересно, а зачем здесь флейты? Дверь какая-то. А, я понял. Нужно сыграть какую-то мелодию, чтобы дверь открылась. Но какую мелодию я могу сыграть? Сыграю-ка я любимую мелодию моей леди.
Вот это да! Дверь открылась, у меня получилось, наконец-то! Я иду к тебе, леди, жди меня, только жди! Леди, леди, это ты? О, Господи, куда же тебя увозят? Я не могу жить без тебя. Зачем ты уезжаешь от меня? Остановись, леди, ты меня слышишь? Что случилось? Мост, он разрушился, развалился. Я спасу тебя, леди, держись. Помоги мне, пожалуйста. Не оставляй меня, любимый. Нет, я не оставлю тебя никогда. Держись, леди, я вытащу тебя. Прямо сейчас, умоляю тебя, умоляю. Держи меня, пожалуйста. Тащу, тяну. Раз, два, три, четыре. Ура! Ты мой спаситель. Я люблю тебя. Вилли, где колесо? Какое колесо? Мое запасное колесо. Не знаю. Поеду, поищу. Где колесо, Вилли? Где фара, Вилли? Где бампер, Вилли? Вечно я все должен искать, а она все теряет. Что это такое? Так, ну куда же она могла подевать это колесо? Поеду-ка я к своим приятелям. Эй, приятели, не видели колесо, леди? Нет, не видели, мы тут заправляемся. Спускайся вниз. Сейчас. Ой. А как тут спуститься? Тут прохода совсем нет. А ты садись на меня сверху. Видишь, какая у меня пружина? Я тебя сейчас вмиг вниз опущу. Ой, подставь пружину, я скатываюсь. Вот, держи. Ничего, давай потихонечку. Давай назад, сдавай назад, сдавай, давай, 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 давай. Ну, проезжай. О, слава богу, спускай меня скорей. Потерялось колесо, никак его найти не могу. Поеду искать. Если вы приехали заправляться, не пролейте ни капельки. Это очень опасно. Будет большой взрыв. Куда я попал? Что это за странное место? И почему тут такой неприятный запах? Фу! О, по-моему, я нашел колесо моей леди. Вон, наверху. Ой, это не колесо. Это всего лишь кран. Я никогда его не найду. Я самая несчастная машина на свете. Ребята, вы меня с кем-то путаете. Отпустите меня, пожалуйста. Не отпустим. Это ты, злостный преступник и воришка. Я воришка? Какой же я воришка, посмотрите на меня. Да-да, воришка, у нас есть запись. Сейчас я тебе покажу. Уехали, а я быстренько, можно быстренько отсюда смотаюсь. Уезжаю, никого нет. Выбрался на улицу, а это кто, охранники? Как же мне пробраться? Делаю я точно такую же машинку, как я сам. Ловите меня! Не догоните! Ой, вот он, держи его, держи! Эх, путь свободен. Надо срочно искать колесо, пока со мной еще что-нибудь не случилось. Ой, у меня закончился бензин. Заправка. Но она поломана. Сложу-ка я эти трубы поскорей. Так... Закачаем бензинчик. Ну-ка, закачивайся, закачивайся. Без бензина я никуда. Ура, бензинчик. Заправились. Поехали. Этот мост выглядит прочным.
Эй, но тут же знак. Горящие камни. Ну ладно, рискну проехать. Что не сделаешь для любимой девушки? Мост поломался. Еле держусь. Как же мне выбраться? Поможет ракета. Ракета, ракета, помоги мне. Ей-ей-ей! Эй, грузовик, дай проехать. Я не могу. Ты что, не видишь? Камней целая гора. А чем я могу тебе помочь? Ну, можно собрать рисунок. И тогда камни сами загрузятся в мой кузов. О, отлично, рисунок, это я умею. Так, квадрат направо, прямоугольник налево, синий прямо, влево, вправо. Что ты делаешь? Переставляю блоки. Да что ж ты переставляешь? Ты что, не видишь, как нужно собирать? Красные квадратики должны быть сверху. Красные сверху? А как это сделать, чтобы все красные квадраты оказались сверху? А ты подумай хорошенько. О, получилось! Теперь я вижу, какой должен быть рисунок. Раз, два, три! О, ты погрузил камни! Спасибо! И я могу проехать. Леди, я скоро найду твое колесо. Я тебе это обещаю. Что же это такое за сооружение такое? Так это же летающая тарелка. Я никогда не летал на летающих тарелках. Летающая тарелка, покатай меня, пожалуйста. Не хочет. Ну, если тарелка не хочет меня катать, я сам превращусь в летающую машинку. Так, ну... Полетели! Прекрасно! По-моему, я выбрался из этого бункера и попал в другой. Где это я? Что это за бункер непонятный? Ух ты, как все светится! Ой, что это? Почему красным кругом мигает? Не надо меня вниз, я вниз совсем не хочу. Что вы делаете со мной? Пустите, пожалуйста. Что тут происходит тут у вас? Непонятно. Ой, что это? Ой, как тяжело. Еще чего. Выбросили в какой-то другой бункер. Ничегошеньки здесь непонятно. Ну, разве что знакомая пружинка. Кувырок. Отлично! А что же это такое? Вниз, вниз, сейчас спущусь. Ой, меня выкинуло обратно. Ничего не понимаю. Почему? Ну-ка, пружинка, переворачивай, сейчас разберемся. Ага, я понял, я не должен попасться под этот зеленый лазер. А за что же тут спрятаться? Вот за эту перемычку. Так, аккуратненько, перемычка вниз, и я вниз, еще вниз, и я вниз. Кажется, я ушел от зеленого лазера. Отлично! Выход! Вот он мой выход. Поехали! Ой, тупик. А я думал, здесь есть выход. Что же мне сделать, чтобы выбраться? Вот сверху какая-то картинка. А, я знаю, нужно разгадать, что это за картинка, и я выберусь отсюда. Что же это такое? Похож на череп пиратский. Ну нет, не череп, конечно, но очень похоже. А, получилось! Вот мой выход! Наконец-то! Вверх, вверх, вверх! Свободу попугаям! Ха-ха-ха! На самом деле это я тебя подставил. Все думают, что это ты преступник, а на самом деле преступник это я. Сейчас я утоплю тебя в бензине.
тайне, и никто никогда не узнает правду. Помогите, спасите, милиция! Ничего у тебя не выйдет, преступник должен сидеть в тюрьме. Милиция! Забирайте его, он во всем признался, а я не виноват. Виу-виу-виу. Фух. Ой, кажется, это колесо. Это колесо моей леди. Наконец-то я его нашел. Леди, леди, твое колесо. Мое колесо? Да, я нашел твое колесо. Но у меня другое колесо. Как жаль, а я так старался.